Сегодня Россия, Азербайджан, Турция, Израиль объединяются в том числе и в энергетические большие программы. Тут есть еще логика экономики, которая сегодня для России крайне важна. Поэтому ставят знак равенства. И то, что Алиев сегодня посылает нам угрозы, и я бы хотел сказать, на слова Алиева надо реагировать серьезно. Я много лет говорил об этом, что когда наши военные в Карабахе говорили, что через три дня будем пить чай в Баку, я всегда говорил, ребята, смотрите, чтобы в Ереване не пили. Это не потому, что я паникер или кого-то дооцениваю, кого-то недооцениваю, там, или переоцениваю. Это говорит о том, что я достаточно информирован